Літеральна у кінці цієї весни делегація провінції Дзянцю Китайської Народної Республіки прийняла удзел у Гомельському економічному форумі і навідала міжнародну виставу «Вясна» у Гомелі. Під час же гэтага візіта перамови продовжилися, бакі шукали нові платформи супрацовніцтва. Разом з тим партнери виказали рашучасть зробити упевнені кроки на шляху до виконання тих протоколов, які були зацверджені раней. Нагадаем, до гэтага відбулося вже некалькі сумісних діалогів, як на китайській, так і на білоруській землі. Певні домовленості були досягнуті ще на узровні двух президентов. И уже сегодня Китайская Народная Республика разглядает Беларусь как значного стратегического партнера. Китай дружит с Беларусью. Между государствами очень хорошие отношения. Нам надо стараться налаживать более тесное экономическое сотрудничество по линии торговли и бизнеса. У программе визиту китайской делегации наведывание свободной экономичной зоны Гомель-Ратон. Гостям расскажут об льготах, которые существуют у СЭС, и на прикладе некоторых предприемств продемонстрируют свои достижения. На встрече означено, что любое деловое начинание китайских бизнес-партнеров знайдет усебаковую поддержку местных органов улады. Главной же метой такого сотрудничества у первую чергу станет поляпшение добробыту жихару обоих регионов. Я вижу, что вот эти чаще уже встречи с китайскими партнерами, они стали намного чаще мы встречаться. И на земле китайской, и сюда они чаще стали приезжать. То есть чувствуется уже заинтересованность. И мы надеемся, что будем открывать новое предприятие, в том числе с участием китайского капитала. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».